В Крыму продолжает расти цена на бензин. За месяц стоимость литра топлива на республиканских АЗС поднялась на 1% по сравнению с соседними регионами. Цены на бензин достигли исторического максимума на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. С начала июня стоимость литра 95-го поднялась на 9% и достигла отметки в 56 рублей 70 копеек. Основной причиной подорожания в независимом топливном союзе считают отечественный демпфирующий механизм, который не дает бензину дешеветь даже при обесцененной нефти.